А теперь об этих и других событиях подробнее. У маленьких граждан Чувашии снова новоселье. Ласточка свела гнездо в Новочебоксарске и улетать на юг даже не собирается. Речь, конечно, не о реальной птице, а об открытии нового детского сада «Ласточка». 180 мест в новом детском саду получили маленькие новочебоксарцы. По улице воинов-интернационалистов появилось красивое трехэтажное здание. Его построили в рамках программы развития образования. Общая стоимость объекта – 99 миллионов рублей. Мы очень рады, что в нашем городе построили новый дом для наших детей, потому что детский сад – это действительно второй дом. Это, здесь у нас очень новый микрорайон, очень много молодых семей, где есть маленькие дети. В Новочебоксарске практически нет проблем с очередью. У нас родился в семье второй ребенок, и мы довольны, что отправим его уже в 2 годика в детский сад. «Ласточка» – современный центр развития детей. Здесь с малышами будут заниматься не только воспитатели, но и педагоги соседней школы. Музыкальные, спортивные залы, кабинет логопеда и, конечно, сами группы оборудованы красивой и удобной мебелью, укомплектованы необходимыми методическими материалами, игрушками. Это очень хорошая возможность пораньше отправить ребенка в садик и пойти спокойно на работу. Очень близко к дому, такой красивый детский сад нам построили. Очень довольна. К тому же с началом работы детского сада «Ласточка» создано 60 рабочих мест. 28 из них для педагогических работников. В Новочебоксарске 42 дошкольных образовательных учреждения. 95% детей старше полутора лет посещают сады. Это один из лучших показателей в республике.